каждым днем в Бурятии растет спрос на продукты питания. Людей, которые могли бы заниматься производством, достаточно. Однако не у всех есть такая возможность, а точнее земля. Сегодня на планерном совещании Алексей Цыденов дал поручение главам районов лично включаться в работу по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот. Глава Бурятии подчеркнул, что Россельхознадзор готов оказать содействие и сократить время рассмотрения заявок и выдачу заключения о переводе земельных участков в категории сельхозземель. Однако администрации районов не торопится подавать заявки. Поэтому, коллеги, прошу на это обратить внимание. Надо землю вовлекать в оборот. Сельское хозяйство, спрос на продукты питания в мире растет, в России растет. Надо этим пользоваться и давать нашим людям возможность зарабатывать, те, кто готов обрабатывать землю. Отметим, сегодня земельный фонд республики составляет более 35 миллионов гектаров. Из них лишь около 8% земли сельхозназначения.